В Заводоуковском городском округе завершается подготовка к выборной кампании. Всего избирательных участков на территории будет 54, 17 из них в городе, а остальные на сельских территориях. Подготовительная работа здесь ведется уже несколько месяцев. Так, в августе службы, отвечающие за безопасность в помещениях для голосования, провели целый комплекс обследований. На контроль также было взято бесперебойное энергообеспечение помещений ТИК и помещения УИК, где будет организовано видеонаблюдение. Под руководством главы округа образован штаб по содействию избирательным комиссиям, в состав которого вошли руководители учреждений и представители территориальных органов государственной власти. Что касается информирования наших избирателей, то перечень избирательных участков с телефонами своевременно был передан, опубликован в нашей газете «Заводоуковские вести» и размещен на сайте администрации. На сегодня здесь уже принято 683 заявления от жителей, которые просят включить их в списки избирателей. Сейчас на родной территории они отсутствуют, поэтому голосовать будут по месту своего пребывания. Есть среди заявителей и такие, кто желает голосовать вне помещения.